тесним станицу Тугайкульскую Юсаул Столяров. Братья-казаки, сестры-казачки, уважаемые жюри, уважаемые члены нашего фестиваля, руководители нашего фестиваля. От имени казаков хутора, от имени нашего ансамбля разрешите вручить подарок из двух икон. Они освящены Челябинской епархией и нашим казачьим батюшкам. Вот это икона Георгия Победоносца, икона Россия, ты Россия, мать российская земля. Россия.